Киеве нашли водителя, который наехал на ребенка во дворе. Жилого дома в Голосеевском районе. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства. Об этом корреспонденту УНИ сообщила старший инспектор Голосеевского управления полиции Кристина Кирякова. Производство будет рассматриваться в Голосеевском управлении полиции. Мужчина и автомобиль найдены, сообщила Кирякова. Так, мужчину и его автомобиль нашли вчера на территории Киева. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства. Следователь откроет его. Производство, РЭД. Сейчас он посмотрит материалы, которые к нему поступили, и будет решаться, какая именно часть и статья, отметила инспектор. Она также сообщила, что ребенок получил повреждение пальцев ног. Смотрите самые важные и интересные новости на нашем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.